Открытая трибуна. Украина – миролюбивая страна. Все, что ей сейчас нужно – защита от внутреннего и внешнего агрессора. Мир это понимает, но помочь оружием не спешит. Кто или что блокирует вопрос поставок вооружения в Украину? Ну, я так думаю, что экономика, то, что все привязано к российской экономике, поэтому они просто не хотят продавать оружие. Не хотят портить отношения сильно с Россией. Как я смотрел по статистике, то Украина занимает 5-е место по продаже оружия, 5-е место в мире. То я так не понимаю, почему мы должны еще где-то что-то покупать. По поводу этого вообще у меня нет никаких слов, даже не знаю, что сказать. Я считаю, что Украине ничего оружия не нужно. В Украине нужно разогнать партию войны для того, чтобы она не провоцировала продолжение вот этого противостояния. Потому что это на голову не налезет, когда свои воюют против своих. Вот это мое мнение. Я от политики отошел. И информацию получаю только от местных газет. Телевизор я не смотрю. Почему? Потому что то, что сообщают наши СМИ, я не верю. А народ, поэтому на этот вопрос я затрудняюсь вам ответить. Я просто в стороне немножко от политики. Открытая трибуна.